чистого сердца, каждое биение которого во славу Христа, и надеялся ему принести ее в жертву, как жемчужину, как драгоценность, как любимейшее творение рук своих. И неожиданное разочарование повергло его в глубокое горе. Иди и моли Бога, чтобы он простил твою вину. Беги, пока злой дух тебя мучивший не довел тебя до окончательного падения и не заставил отречься от Спасителя. Ради тебя Бог умер на кресте, дабы собственной кровью искупить твою душу. А ты предпочла полюбить того, кто хотел сделать тебя своей наложницей. Бог чудом спас тебя из его рук, а ты открыла сердце нечистой похоти и полюбила исчадие тьмы. Кто он? Друг и слуга Антихриста, соучастник в разврате и злодействе. Куда он заведет тебя, или не в ту пропасть, не в тот Содом, в котором сам живет, и который будет уничтожен Богом в пламени его гнева?